Пятница, 11 утра. В ветеринарном кабинете ВЕК кипит работа. В процедурной прокапывают рыжика. Кот подхватил вирус на улице и несколько дней не мог принимать пищу. А в соседней готовят к операции 3-летнюю Ирму. Она попала к нам на прошлой неделе с диагнозом пиометра. Мы это обнаружили на УЗИ, также мы еще на УЗИ у нее обнаружили дилатационную кардиомиопатию. То есть заболевание по-женски, если проще говоря? Да, заболевание по-женски – это воспаление матки и сердечное заболевание. То есть мы собачку недельку подержали на таблеточках, чтобы она у нас во время операции, у нее не произошло сильное понижение давления, и она не умерла от остановки сердца. УЗИ сердца, брюшной полости с подробным описанием и все виды анализов. Ветеринарный кабинет ВЕК – это современные технологии для здоровья ваших питомцев. Только здесь методики диагностики, лечения и профилактики столичного уровня. Весь спектр услуг, касаемых ортопедии, то есть травмы, болезни конечностей, травмы позвоночника, в том числе операции остеосинтеза и операции на суставах. Падение с высоты, аварии, травмы любой сложности. В ветеринарном кабинете ВЕК готовы поставить на лапы не только кошек и собак, но даже экзотических животных. Работает и зоотакси. Доставляем с дома до сюда. Здесь проводим все необходимые диагностические мероприятия, также завозим благополучно их назад. Ценовая политика здесь самая демократичная. Кроме того, для отдельной категории пациентов особые льготные условия. Есть отдельная программа работы с приютами для бездомных животных. То есть мы активно сотрудничаем с нашей организацией «Добродетель», которые именно помогают таким животным. И мы оказываем весь спектр квалифицированной помощи по, так сказать, специальным ценам. За 2 недели работы нового веткабинета в базе почти сотни пациентов. По записи и без. Поток не прекращается. Пока проходит операция, персонал успевает осмотреть еще несколько кошек и собак. А спустя час главная новость. Рыжик будет полноценно жить. Но осталась еще одна капельница. А вот Ирма может отправляться домой. И с ней теперь все будет хорошо. Все, Ирма, тебе хоть в космос можно. Давление 122 на 68. ВЕК – это гарантия спокойствия за здоровье вашего любимца. Работает ветеринарный кабинет на Комарова 1 ежедневно, кроме понедельника, с 9 до 21:00. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.